Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантин. Сегодня мы будем распаковывать вот эту посылку. Света, ее видно? Кадры. Посылка эта из Германии от Оли. Хочу сказать Оле огромное спасибо. Я желаю, чтобы ваш муж как можно быстрее выздоровел. Оля сейчас заболела сильно. Муж, помолитесь, пожалуйста, вместе с нами за его на здоровье, так как сегодня у него будет операция. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Решила распечатывать без детей. Так как Оля сказала, там подарки для деток, значит, буду без них распечатывать, чтобы потом на Новый год им вручить. Сейчас мы с вами ее вместе раскроем и посмотрим, что там. Я заранее ничего не открывала, поэтому прошу прощения. Так, все, я раскрыла ее. Сейчас посмотрим. Слушайте, тут так много всего. Первое, это пупырка с река необычная. У нас такой еще не было пупырки. Так, первое, что я здесь вижу, это Агния Барто «Стежки». Книжица вот такая вот. Дальше книжка с Сергеем Маршак «Сказки». Очень классно сейчас такие по слогам. Вот как раз Оксаночки. Это, мне кажется... Хотя тут написано Марине. Вот, бумажка. Марине. Это ей книжки такие. Потом «Красавица» книжка. Вот такая вот. Дальше. А, это раскраски. И тут Оксане также раскраска есть тоже. Это две одинаковые раскраски для Мариночки и для Оксаночки. И, скорее всего, для Ванечки. Вот такие вот три раскрасочки. Слушайте, тут так много всего, что я не знаю, за что браться. Ну, давайте первое. Тут это лото, скорее всего. Mm-hmm. Да, наверное? Да, лото. Вот такое вот детское лото. Огромное спасибо. Мемо. Это тоже игра? Это тоже, скорее всего, игра, но мы их будем на Новый год уже распечатывать. Я сделаю отдельно коробку от подписчиков и туда положу. Вот это будет от Оли, будет им подарки. Тоже какое-то, видать, лото картинки составлять, да? Так, да. Дальше. Орехокол. Это чтобы орехи колоть. Вот такой вот орехокол деревянный. Вот такой вот. Слушайте, классно. Надо будет его испытать, да? Орехи купим, обязательно испытаем. Орехокол такой. Вот так вот он, видите? Тут она написала мне, что это орехокол. Дальше. Вижу сладости. Вот такие еще ни разу не пробовали. Да? Сладости вот такие вот. Дальше. Тут вот такие вот сладости. Тоже еще ни разу не пробовали такие. Спасибо огромное. Детки обязательно все это попробуют. Тут еще одна такая пачка. Сладости. Печенюшек. Спасибо огромное. Сегодня придут, сегодня же им печеньки и дам. Дальше, ребята. Влад. Капиллятор Кузнецова. Владу отправили. Мужу. Капиллятор Кузнецова. Это вот такая вот пластинка. Вот с такими штучками. Это на спину ложится и на спину хоть куда, по идее, можно. Спасибо огромное. Обязательно испытаем. Капиллятор Кузнецова. Классно. Слушайте, тут так много всего, что я не знаю даже, за что браться. Ну, давайте вот сначала сладости достану. Тут еще две такие штучки. Наверное, очень вкусные. Обязательно испробуем и скажем, что. Давайте вот это первое, что я вижу. Марине, мишка вот такой вот классный на Новый год. Она как раз Дед Мороза заказывала мишку, и вот такой вот мишка придет ей. Огромное-огромное вам спасибо. Тут бумажка даже прилеплена, что это Мариночки. Обязательно Мариночки подарим. Так, а тут вот какая-то банка открылась.
Сейчас я ее достану. Тут вот баночка вот такая вот новогодняя, смотрите. И она помялась, если честно. Блин, жалко так. Настя. Блин, я просто хотела баночку поправить. А тут Настя бумажка лежит. Спасибо огромное. Здесь лежат батарейки. Две упаковочки. Спасибо большое. Батарейки у нас всегда нехватка. Так, а это что такое? Открываем. Как ее? Духи, может. Ну, скорее всего, духи, наверное. Света сразу предположила, что это духи. Да, слушайте, какие они классные. Ай, да в такой коробочке необычной. У нас так... хочешь понюхать? Вообще классно пахнет. Спасибо огромное, это вообще... Такая коробочка необычная. Огромное спасибо. А я вам их не дам, девочка. И вот такая вот красивая баночка. Вот, все, поправила. Баночку теперь целая. Огромное-огромное спасибо. Я их отдельно так положу. Дальше тут еще одна, ребята, баночка. И тоже новогодняя. Смотрите, какая красота. А внутри что-то есть. Свете. Бумажка написана. Светик, смотрите, духи тоже. Сейчас откроем, тоже понюхаем. Можно открыть? Светочки тоже духи отправили. Вот такой вот флакончик. Классно пахнут тоже. Духи. Носочки вот такие вот. Еще одни такие носочки. И еще носочки. Свете. Спасибо огромное. Обязательно Свете все отдам. Она сегодня у меня за оператора, поэтому она потом заберет свой подарок. Огромное-огромное спасибо. И еще одна железная баночка. Вот такая вот. Помнишь, у нас такая была, да, уже? Так. Кати. Что же у нас тут для Кати? Для Кати тут формочка. Это, наверное, печеньки делать, да? Или что-нибудь такое делать? Я даже не знаю, для чего это. И также для Кати здесь духи. Сейчас откроем, посмотрим, что за духи. Ой, какой флакончик красивый. Ой, слушайте, какая красота, вкуснятина. Запах такой приятный. Огромное спасибо, я все это ей также и передам. Я знаю, что они мне железные банки не отдадут, скорее всего. Хотя они, знаете, я их обожаю. Дальше, что здесь достать? Тут так, ребята, много всего. А тут ничего не написано, да? Но это же, скорее всего, мужское или женское. А, нет, вот написано Илья. Илье вот такой вот набор. Здесь, наверное, скорее всего, шампунь и бальзам. Но мы потом переведем и посмотрим. Вот факт то, что вот такой вот наборчик. Спасибо огромное. Как раз вот приехал он у меня, и ему обязательно отдадим. Дальше. Тут еще один набор. Влад. Тут духи идут, потом, скорее всего, пена и бальзам. Вот такой вот наборчик, тоже такой необычный. А давайте его откроем, посмотрим. Вот такой вот набор. Видно? Спасибо огромное, тоже ему обязательно передам. На Новый год они у меня все получатся, и подарки. И, скорее всего, тут Егору идет. Да, Егорке такой же, как и Ильюшеньке набор. Огромное-огромное спасибо. Вот такое вот запечатано. Не буду распечатывать, потому что тут оно сделано. Красивая упаковочка. Поэтому вот так вот. Дальше. Тут ведерко какое-то. Так, сейчас. О, ё-моё. Тут, ребята, потекло что-то. Сейчас я попробую, конечно, распечатать. Скорее всего, мед, да. Принеси блюдце, пожалуйста. Вот такой вот мед. Он немножко потек. Ничего страшного. Сейчас на блюдце поставим. Сейчас Светик блюдце принесет, какую-то тарелочку.
поставь на стол. Так, и вот здесь вторая банка. Ну, вторая банка это целая. Вот такой вот еще мед. Она, что интересно, она не разбилась, она просто потекла. Она даже, ребята, не разбилась. Ну, ничего страшного. Спасибо огромное за мед. Дальше. А тут еще какая-то баночка. Ого, нутелла большая. Вот такая тяжелая. Вот такая вот баночка с нутеллой. Детки, нутеллу у меня тут раз прислали, тоже быстро все съели. Огромное спасибо. Как думаешь, зачем нам прислали орехокол? Что там орешки есть? И ты угадала. Тут вот такие вот орешки. Тут их две пачки. Вот таких вот грецких орехов. Спасибо большое. Мы недавно нам приносили тоже знакомые грецкие орехи. Дети их ели. И вот сейчас еще будет. Обязательно испытаем орехокол. Огромное-огромное спасибо. Так, дальше. Ну, давайте вот с этого начну, наверное. Тут и... Ой, что-то упало. Тут вот такие вот сапожки. Только я не знаю, написано нет кому. Я не знаю, кому они подойдут. 34 размер, скорее всего, Маша, наверное, подойдут, да? 34 у нас у Маши, 35 у Кати, по-моему. Ну, вот такие вот сапожки зимние, а тут внутри еще даже шарики. А тут не написано на бумажке кому? Нет, не написано на бумажке. А внутри вот такие вот шарики. Огромное спасибо. Шарики мы обязательно деткам отдадим. А тут не написано, ну кому. Ну вот померят, ну скорее всего, мне кажется, Маши они будут как раз. Они узкие. Маша узкие, думаешь? Так у Маши не такая широкая нога. Но они придут, они обязательно померят. Спасибо огромное. Дальше, что я здесь вижу? А это что такое? Это печати. Вот такие вот формочки, это, наверное, печеньки делают, да? Или на печеньках, на выпечке, как штампики. Я не знаю, для чего. Мы обязательно узнаем, для чего это. Ну, вот такие вот штампики. Тут разные рисуночки, видите, идут. Обязательно спросим. Дальше, что я здесь нашла? Это вот такие вот сапожки. Тридцать пятый размер. Вот, наверное, да, Катя. Там, наверное, Маша, это Катя. Или наоборот, не знаю. Вот такие вот, это теплые такие, хорошие. Прорезиненные даже, я бы сказала. Огромное спасибо. И третья пара обувь. Это 32-й, это, наверное, Оксане. Да? А может быть, и Свете, не знаю. 35-й, может, тебе. У тебя же больше размер-то. Вот такие вот еще одни. Огромное-огромное спасибо. Такие классные, слушайте, по качеству такие классные. Вообще. Они на липучках на таких идут. Огромное спасибо. Девочки сегодня придут, обязательно дам им, чтобы померили. Дальше. Тут, ребята, так много еще всего. Ну, давайте вот с этого начнем. Маша. А? Маша, позови. А, Маша написано. А что это? Это скакалка, скорее всего. Там веревочка, потому что внутри. Маша, обязательно Маше передам. И что я здесь вижу? Это вот такие вот зефирки, ну, наверное, 30 штук. Крышка, правда, лопнула сверху от тяжести. Но ничего, ведерко само все целое. Спасибо огромное. Сегодня деткам обязательно отдам. Будут сладости кушать. Так, тут, ребята, еще много всего. Если вы думаете, что тут мало, но тут еще много всего. Это у нас мармеладки. Вот такие вот вкусненькие. Вкусные-привкусные мармеладки. Такие мы еще не пробовали, да? Мы другие пробовали. Нам тоже Оля отправляла, только другая уже. И вот так. Как-то подостать. А это что такое? Пластики. Пластики? Что? Ты так думаешь? Вот такие вот что-то. Но цвета, говорит, скорее всего, ластики это. Такие красивые, да?
сумочка, мячик, потом печать, как будто мячик и пианино. Дальше. Тоже, видимо, ластики. Да? Угу. Вот такие вот красивые. Спасибо огромное. А это тоже, думаешь, ластики, что ли? Динозаврики ластики. Ну да, они мягкие, скорее всего. Ластики это. Огромное спасибо. Дальше, что я вижу, это вот такие вот новогодние салфетки. Мы обязательно их поставим в новогоднюю ночь на стол. Очень красивые, с таким, с Дедом Морозом. Прям немножко праздника даже навевает. Дальше. Вот такие вот пробовали мы, по-моему, да? Мармеладки. Не пробовали такие? Тут фигурки, животные, всякое такое. Такая вот пачечка мармеладок. У меня тут уже, если честно, ложить некуда. Дальше, что я нашла здесь? Насти. Не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Шапочка такая, кепка. Огромное-огромное спасибо. Вот такая вот. Потом померю обязательно, скажу вам, как покажу. Тут такой цветочек, а на цветочке еще пушок. Огромное спасибо. Так, а тут, ребята, еще много всего. Сейчас вот это вот первое достану. Это машинка на пульте управления. Вот такая вот машинка для Ванюши. И будет она ему на Новый год. Спасибо огромное. Микки Маус такой классный, да? Мы потом обязательно в Новый год с вами проверим, как и что она включается. Так. Тут еще две вещи. Вот я хочу сначала вот эту вот нижнюю достать. Так, ничего не написано. Я проверяю, что вдруг где-то кому-то что-то написано, что кому это. Ничего не написано. Мне кажется, это мне, да? Или тебе? Или Свете, или маме. Но потом померяем. Вот такая вот кофта Олимпийка. XL размер. Такая классная, слушай. Внутри она такая немножко утепленная идет. Вот такой расцветки классной. Обязательно померяем и скажем, кому подошла. И последнее, что я в этой коробке вижу. Крокодил? Тут вот такая вот, ребята, игра, короче говоря. Крокодил. Это вот такой вот. Сейчас мы откроем, посмотрим. Там крокодил. Ой, как-то бы еще так открыть бы, посмотреть. Ага, шиш. Неправильно я открываю. Да, она там. Да, это крокодил игра, но мы ее откроем тогда уже на Новый год. Я ребяткам приберу все это до Нового года. И потом в Новый год отдам все это им. Хочу сказать огромное-преогромное спасибо Маше. А тут не поняла, на какую-то, на что-то Маше было наклеено. Огромное хочу сказать спасибо. Подарки я обязательно всем передам. Ну, а сейчас примерим, кому что одежда. А то что? Света обязательно свой подарок заберет. Спасибо огромное. И сейчас вот померю кофту. Сейчас, наверное, даже померю сразу. На меня или на Свету. Не, мне она маленькая, значит, это Свете, скорее всего. Или Маша. Тут бумажка какая-то лежала, но я не знаю. Но мы напишем Оле, спросим. Света, будешь мерить? Света не хочет на камеру мерить. Но мы потом обязательно померяем и скажем, кому подошла. Огромное спасибо за такие подарки. Хочу пожелать крепкого здоровья этим людям. Огромное-огромное спасибо сказать. И дай Бог вам крепкого-крепкого здоровья. Всем пока-пока.